part of the esports generation. It's been built by us, but it's for you. Так, ну что ж, друзья, вот последние секунды рекламного ролика. Вот, к сожалению, если бы не он, мы бы все успели, но его нужно крутить обязательно. С вами StarLadder TV. Мы продолжаем смотреть матч и возвращаем. Еще один четвертьфинальный матч NIP против Dignitas. Первая карта 16-4 унесли датчане шведскую банду. Ну и вы теперь начинают на Inferno в атаке. Забрали пистолетные, забрали. Экономически, на экономическом проблемы могли быть на Б-планете, но слишком хладнокровно действовали Dignitas. Они не то чтобы могли быть, они там и были. Непы забрали троих датских игроков, но вот нам больше их не хватило. Так, сейчас будет падать фетиш, наверное, или... Не-не-не-не-не, не сегодня. Сегодня эти парни просто непобедимыми хотят остаться. Так, ну что, по-моему, G-Infinity для них может не зайти. На этой карте для них может все закончиться, и закончится плохо. В первую очередь, ну, это звоночек. Легкий звоночек, наверное, даже больше... Не к тренировкам еще к чему-то, потому что тренировались, а скорее всего даже, возможно, к смене состава, не знаю. Но состав они точно менять не будут, будут доигрывать им, наверное, весь соревновательный сезон, то есть где-то до конца вот лета, потом возьмут перерыв и будут думать, но вряд ли что-то поменяют. Хотя, ну а могут просто поменять свой стиль подхода вообще к КСу, как бы здесь станут такой же командой, как Dignitas, потому что Dignitas своим примером посещения онлайн чемпионатов показали, что... Парни реально суровые, просто суровые. Во-первых, они просто на каждом лан-финале, они непредсказуемые. Все прекрасно знают, что эти парни жарят. Вот. И больше о них сказать нечего. С кем они тренируются? Огромные, не знаю, то ли это огромный секрет, то ли тайна. Ну, не знаю, вроде с Ашерами не играют. Ну, там, скорее всего, HellRaiser с ними не играет. Потому что была практика перед DreamHack'ом, когда парни тренировались только с Dignitas. И в матчах плей-офф, когда столкнулись... С этой командой Dignitas были готовы ко всему абсолютно. Были четкие антистраты и HellRaisers, а на тот момент, по-моему, Astana Dragons, ничего не смогли противопоставить датскому Counter-Strike. Ну вот тем временем команда Virtus.pro 13-2 вроде разобрала на третьей карте. Да, на Нике за атаку практически решили исход этой встречи, и, скорее всего, это будет третий полуфиналист, а именно команда Virtus.pro. Так, ну и на первом девайсном раунде они продолжают играть без Фореста. На Б-пленте отличный выход от девайса, и, в общем-то, сказать больше нечего. Так, ну, девайс вчера тоже повелевал. Повелевал всем. Кстати, калаш называется вообще интересно. Пиу-пиу хэсмейшн. Просто хедшот-машина. Пиу-пиу хедшот-машина. Ну, вот веселый чувак. Так. Ну, и, в общем-то, шведы пока что стоят 3-1 и не понимают вообще, что им делать. Перетягиваться на Б или не перетягиваться. Один там чувак или нет. Ну, сейчас подойдет фетиш. Готовится раскидка. Раскидка будет четкой. И, по-моему... Дымить будут все, дымить так, будут Так, ну катушки. Ты посмотри, раскидка-то Бэплента, она остается по-прежнему двое игроков команды Dignitas, Дюфри и Xypex, идут по коврам, и там есть только один гитрайт. В этот момент на Бэплент пытается зайти один из игроков атаки, ему, в принципе, удалось просочиться, это девайс, давайте посмотрим, сможет ли он доиграть ДКТ. Девайс, перестрелка с гитрайтом, нет, это с Гзистом проиграно. И Ксипнекс просто с префайером, зажимом, спаймингом, очень-очень жестким, заходит, забирает гидрайта. Фифлар разменивает Эйзи в последний момент, хотя тот должен был делать минус 2 и забирать бомб кэрри. В итоге раунд на бомбе, пока жив Ксипнекс, хотя нет, нет, все, Ксипнекс красный и 8 хп. Ну, радует только то, что бомба стоит на него, но не больше. Ну, бомба стоит хорошо, но позиция Сайпекса, к сожалению, очень-очень плохая. А против двоих игроков тем более. Ну и все, здесь уже должны Непы не отпускать. Только чудо-хедшот спасет. Ксипникса, но... Тем не менее, 3-1. Вот раунд в меньшинстве шведы забирают за собой в преимуществе в двух игроков. Это хороший знак. Это знак на то, что будет борьба. Хоть какая-то борьба. Шведы обязаны побороться на этой карте. Ну, вот для этого им надо взять второй кряду, закрепить успех, испортить окончательно экономику датской команде, ну и потом уже прогрессировать и набирать практически все раунды в защите. Потому что Dignitas, перейдя за сторону КТ, я думаю, покажут нам действительно что-то мощное. Да у них в атаке очень хорошие раскидки. Особенно Б-плента. Ну вот в том раунде вы видели то, что два игрока просто раскидывают намертво. Точку Б, дым катушки, дым на кафеле, молотов за Б3. Это все делают два чувака. Так, сейчас будет, наверное, попытка загона за Б3. Нет, не было попытки.
Девайс просто попрыгал, прострелил. В общем, плановый раунд для Дивнитас. И опс, Девайс. Как услышал стрельбу, сразу срезался, соскочил с этой... сурово, слушай, вот... Прям настолько задрочены эти ребята, что не знаю. Ой-ой-ой, как попадает через дым Фореста? У нас 52 хп в Линдберга, и Патрик понимает, что надо бы как-то перестроиться. Так, ну на этот раз Дигнитас готовит полноценную атаку на Б-плент. Форест уже получил порцию свинца, а вот Фрайгер по-прежнему невредим. Я предлагаю посмотреть на раскидку. Так, Б1, граната, Б2, ничего нету, Б3, молотов. Все в лучших традициях, но Фрайберг Б2 сдерживает. Есть игрок в хелпе, и на перекрестный огонь, тем не менее, диги заходят, и остаются 3 в 3. При том, что у Дигнитас еще остается 2 дыма. Один продлевается на хелпе. Второй тоже вот-вот может появиться. Так, Зист перестреливает Фетиша, будет ловить Ксипникса. Гзи ждет, понимает, что понят за стенкой. Нет, он забыл про него. Он думал, что стрелялся с одним и тем же человеком. 2 в 2. Вот это уже невнимательность. Фифларен ждет. Ксипникс готовит выпад. Флешка. Ксипникс прячется за стенку, топает. Фифларен пытается залезть. И перестрелка Фифларен. Девайс. Один против двоих. И вот как раз-таки надо то самое пип-паф. И только на одного хватает девайса, забирает гетрайта. А успеет ли Фифларен? Успевает. У него еще и дефузы есть, ты посмотри. Ну вот буквально на последней секунде. А ты помнишь, как на лан-финалах вот была такая же ситуация с ВП, и такой вышел, а дефузов нет. И все. А выбивание было вообще что-то там в районе 2 в 4 или даже 2 в 3. В общем, жестко. Ну, 2-3. 2-3 счет, друзья. Дигнитас были остановлены. Это первый звоночек к тому, что они готовы сражаться на этой карте. Скорее всего, даже это их пик. Нам, к сожалению, вот админ чемпионата не отсылают вообще ветосы. Да, кто конкретно выбирал карту кэш? Ну, по счету можно сказать, что это выбор команды Dignitas. Но как это на самом деле, я даже не знаю. Ну, скорее всего, так и есть. Ну да, судя по счету. Так, ну, вот сейчас будет опять повторный раунд на Б-плент. На этот раз пистолетами не рискуют потерять преимущество, если будут выходить. Нет, нет, без флешек выходит датчане. Нет, как раз-таки под одну флешку выходили. И много-много дыма залетело на Б-плент, но он даже уже просто не нужен. В общем, раскидались. Фетиш с бомбой. Так, Фетиш, хороший хедшот Фрайбергу, но с Форестом не справляется. Кстати, всю ЦЗ-шку практически отстрелял. В итоге 3-3 счет равный, и все начинается с самого начала для команды Dignitas. Казалось бы, взяв пистолетный раунд, парни захватили кое-какое преимущество, но дальше команда не подсобралась. И так просто вылетать с турнира не собирается. Итак, Дюпри. Давайте посмотрим на Дюпри, что он будет делать. Так, игра через второй мидл вместе с Ксипниксом. Ну и оставшиеся трио разыгрывает однообразно. Как бы Фетиш остается в центре. Вчера мы видели, в принципе, уже Инферно вот от дигов. И они действовали идентично. То есть ничего не придумали. Я, кстати, не думаю, что команда НИП что-то готовила конкретное под Dignitas. То есть, во-первых, не было времени. Во-вторых, по-моему, шведы вчера уже понимали, что с группы могут тупо не выйти. Но... сегодня норвежцы им здесь... Ну, сюрприз. Сюрприз от норвежцев пришел. Ну, мне кажется, знаешь, эпсилоны бы вот... у Dignitas не взяли бы ни одной. Вот я так думаю. Потому что, во-первых, Шокс не играет. Просто... Вот я не понимаю, почему Шокс играет против, там, не знаю, команд с СНГ на ура. На этом турнире против европейцев там... просто не может собраться. Ну, бегает, знаешь, 7 на 20. Я вчера в качестве зрителя наблюдал за этим матчем. И в чате Твича неоднократно писали, что какие-то проблемы со здоровьем у Шокса. И именно с этим связано его такое вот неоднозначное выступление на этом турнире. Так, ну что ж. Нашифрованный раунд на аплент в исполнении Dignitas. И, как видим, он не оставляет шансов вообще команде NIP. Живых только Форест. И Форест будет сейвить. Ну вот был... НИП, реальный шанс впервые в этом матче вырваться вперед, захватить преимущество, но Dignitas не так просты. Ну да. Ну, они вот могут играть, не знаю, 3 плановых раунда, 1 нашифрованный, когда нужно. Скорее всего, цель в атаке поставлена там на 6-7 раундов, ну, половина может закончиться 8-7, но она может закончиться и 9-6 в пользу Team Dignitas, если им дать разойтись. Во-первых, вот главный фактор — это то, что экономика... команды НИП сейчас будет поддаваться просто жесткому контролю. Ну вот у них, смотрите, 5-1, 3-1, 2-4-4, ну это мало. Если рискнут закупиться, то они теряют просто все, а так еще останется на Айвике. Да, все-таки будет закуп,
Есть один дроп. 4 кольта, 1 ФАМАС. Вот такой вот арсенал девайсов у команды NIP на этот раунд. Ну и по гранатам тоже неплохо. Посмотри, вышли. Тут вот есть 4 флешки, 2 дыма, 2 гранаты. Одна флеш у FIFA и ГЗИСТ. А как тебе поляки тем временем? Уже окончательно оформили выход в полуфинал. Проиграв первую карту с отчетом 16-14, дальше 2 были без шансов. 16-4, 16-3. И London Conspiracy прощается с турниром. И покидает его. Ну, по крайней мере, они с заявкой прощаются. С неплохой заявкой. Ну, одна карта, и, скорее всего, это своя карта выигранная у поляков. Плюс две остальные были в салат. Так знаешь, что... для команды, которая играет, сидя на респе, выход из группы вообще с вот на таком чемпионате, это уже, по-моему, показатель. Но это темная лошадка, как бы, на этом чемпионате. Они могли показать вообще любой результат от них. Никто ничего не ожидал. И, а кто-то, может, чего-то и ждал от этих ребят. Но свои матчи они выиграли. Те, что смогли. Самое главное, что вот с эпсилонами сразились, ну, на уровне. Так, ну что ж, вот, возможно, последний девайсный для НИП. Долгая затяжная атака от Дигнитас. Вроде бы определились с направлением атаки. Это будет апленд. И опять-таки же, под плотную раскидку Дигнитас будут заходить на последних секундах этого раунда. Вот еще один нашифрованный раунд, но он уже достаточно старый. Так, Молотов должен был влетать, судя по всему, как я понял, в тупку. Но пошли на 20. И опять Ксипникс выходит с таким жестким припайром. Спайминг решает. Минус 2 с планта. Ну и Дигнисом надо просто зайти в точку, чтобы сделать серию разменов. Но как они не справляются. В пунте NIP. Гзис сделал 3 минуса. И только Дюпри будет бороться до конца. Будет бороться до конца. 4 секунды. Да, 3 секунды. Тут уже все. Но, посмотри, шведы бегут. Не боятся потерять девайсы. И, по-моему, это ошибка. Зачем? У вас такие проблемы с экономикой. Вы потеряли на ровном месте 2 девайса. И еще бежите терять оружие. Ну вот, в итоге, опять-таки же, сейчас с экономикой NIP будет на вывозке. А раунд-то как бы Дигнитас проиграли, но у них с деньгами все в порядке. И в итоге там 5 АКМов. 5 АКМов раскидка. Если это Rush B, то, по-моему... Команде не придется очень тяжко, и Раша на Б нет. Но Эйзи бежит. И Эйзи бежит туда не просто так. Будут прифайры. Пытается выцепить игроков, которые занимают тачку. Это номера 4-2. Форест Фрайберг. Отличная граната залетает Фрайбергу под ноги. Вообще-то, вот зная, что против тебя играет команда НИП, сюда можно закидывать и молотов. Они, кстати, кидают молотов. Вот если, например, атакуют медленно, я вчера у них видел матч, вот там была идентичная ситуация, то есть они сидели, ждали, ждали, ждали дым. И перед тем, как тот рассеялся, залетает направо молотов, и они просто тупо идут в дым под флешки. Ну, понимая то, что один игрок в любом случае горит. Кстати, вот проблемы у них начались после того, вообще с игрой, как они поменяли свои позиции. Вот, например, когда Гидрайт играл на Б, все было совсем иначе. Все было совсем иначе, но его решили поставить на ковры. Ну, что-то, походу, решили обновить NIP. В первую очередь, это должно было хоть как-то удивить их соперников, потому что в том звене, в котором играли шведы, ну, уже все успели подстроиться. А вот это должно было внести что-то новенькое и свеженькое в игру команды НИП. Ну... Так, хорошая интенсивная раскидка была на запуск девайса. Но вот он пытается сделать опен. Если делает, то все хорошо. Видит вот нычку, то... спрей, и все. Фрайберга просто можно было сейчас казнить. Гзист отрезают на хелпейст, размены. Но Фрайберг продолжает жить. Спасти этот раунд для своей команды. Но нет, Эйзи его останавливает. 2-3 ситуация. Красный Гитрайт и Фифуарен пойдут до конца. Или все-таки будут сейвить? Ну вот... На месте Фифларена уже пора убегать. Да. Гидрайту можно попытать удачу какую-то, чтобы... Если он сделает минус, да, то тогда может и двигаться Фифларен. Но, я не знаю, здесь ничего не светит Гидрайту, только ошибка от Цайпекса. Ой-ой-ой, какая флешка сейчас была четкая. Вообще не... Блестящий тимплей, и все-таки идут, смотри, на волевых идут бороться против перекрестного огня. Выход и... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот первый вышел Фифларен, надо было Гидрайта сначала на мясо запустить, но времени оставалось мало, поэтому... Шведы рисковали. Так, ну и вот теперь будем изучать экономику шведской команды. Там, там нечего абсолютный изучать. Провал. ГЗИСТ. $1500 Фрайберг. $1500 Форест. $1500. Ну и один девайс на всю команду по факту получается. Он, конечно, может зарешать, но и это теперь вряд вспоминаем тот раунд, когда бежали выбивать Дюпри.
Да, да. И вот если бы они этого не сделали, было бы два девайса, и три бы закупились, еще бы остались деньги на этот. Но посмотри, что делают шведы. Они все равно закупаются. Да, они... воля. Воля залетает от NIP. Вот знаешь, вот не тильт ли это? Потому что воля — это одно, тильтануть — совсем другое, и это больше похоже на тильт. Так, ну, вот Молотов, он... Молотов, посмотри, который вообще ничего не сделал. Девайс Эйзи без шансов срубает Б. Ну, Гзиз, так, давай. Прочекают Гзиста или нет, Гзиз. Прочекают, конечно. Погибает. И Фифларн бежит собирать какую-то халяву. Ну, с ФАМАСом в итоге простреливает, да, Сипникса. Находит голову Ксайпикса и все, дальше сейвить надо. Да, ну Гидрайт здесь будет. Хотя Гидрайта тоже ловит, вот Дюпри просто так не отдаст этих. Не оставит этих чуваков живых, крадется на центр, будет чекать 15. Начинать, правда, надо с двадцатки. Какой неудачный тайминг Гидрайта. Ну, в итоге он попадает плотно по Дюпри, Дюпри уходит и дымит центр. Так, ну вот посмотри, есть три красных игрока команды Dignitas, и, скорее всего, датчане не пойдут выбивать, нет, девайсы. Почему не пойдут? Пойдут. Ну, им также важны деньги. Вот посмотри на экономику, и у Dignitas также сейчас проблемы с экономикой. Ну, им бомба насыпет по-любому нормально, хотя нет, ну вот Дюпри точно нельзя, эти 3-5 осталось. За бомбу бонус дают только в случае, если ты раунд проиграл. Если ты поставил и выиграл раунд, то получаешь стандартную сумму денег без каких-либо надбавок. Ну, тоже хорошо. Так, 4-9. Ну, да, не пошли, не выбили. Ну, два девайса отдали, но это не проблема. У Непов-то все равно нет денег. Опять же, один за два и... Слушай, так они сейчас и первую половину выиграют. Ну, они должны вообще радоваться. У них есть 4, а значит, остается вероятность на то, что смогут ребятки 9-6 сыграть, даже если им не повезет здесь во встрече. Хотя, если сейчас раунд возьмут, может все поменяться. Не знаю, мне... очень симпатизирует игра команды Dignitas. Настолько дисциплинированно играют парни. А у шведов только что упало укрепление из двух засейвленных девайсов. И остались только пистолеты. И все пистолеты находятся на базе Б. Так, Эйзи очень четко чекает точку. Ну, вот прямо они какие-то все... Ну, сразу видно, что там по-любому по 4 часа КСДМа в день. Вот только Фетиш и ВП, походу, забывает задрачивать. Атаку Dignitas все есть. Да ладно, и Фетиш попадает, вот. Ну, Фетиш попадает, да, но вот чаще всего, ну, мажет. Может, хотя... быть, не так круто, как это делает Фокси, как это делает Ковач. Фокси, кстати, вообще красавчик. Я считаю, что это вообще открытие для команды Эпсилон. Это новая французская кровь, талантливая кровь. Но он на самом деле старенький сурсер такой. Ну, мы его видим... Впервые. Впервые, в CSGO. Да, в профессиональных командах. И вот Фокси сразу зарекомендовал себя как действительно парня, которого стоит бояться и опасаться, если он играет против тебя. Потому так, что, ну, вчера он реально был бомбардиром просто в команде Эпсилон. Жалко, что, конечно, парням не хватило немного раундов, чтобы все-таки выйти из этой группы и оставить NIP позади. Ну вот он в топ-6 этого чемпионата попадает смело. Топ-3 — это XM, топ-2 — Кеннис, топ-1 — это Дюпри, друзья. Вот он на ваших экранах. Пока что статистика такая. Также в топ-10 попадает Снекс, Пашек, Кримс, Девайс. Ну и французы, вот французов только двое. И оба снайпера, Кеннис и Фокси. Так. Топовые команды, друзья, по рейтингу. Титан первый за этот чемпионат по статистике. Dignitas второй, Фнатик третий, ВП четвертый. Ну, в принципе, и получается то, что полуфинал это у нас выглядит как. Неждан только со стороны команды НИП, потому что они здесь присутствуют. И все. Ну, вот опять 25 для команды NIP. Снова что-то пытались, почти могли. Ой, какой ты сладкий, Фрайберг. Ну, вот Фетиш прямо... Так, а это хороший шанс для NIP. Есть красный игрок, а именно Ксайпикс и Дюпри. 54% здоровья и вот не пойдут выбивать. Фетиш его видел, но почему-то не стал стрелять. И это непонятная какая-то штука. Так, Дюпри остается 1-1. Вот, кстати, в подтверждение твоих слов о том, что это один из сильнейших игроков на этом чемпионате. Забирает Фрайберга. Форест. Изрядно потрепал 7, Фореста. 6. 5, 4, по-моему, нет. 3, 2. Нет. Бай-бай, Форест! Но он разозлился, начал стрелять в зилок. Понятное дело, что вот... Ну я вот не знаю, если жалко, не везет, то не везет во всем. По-моему, знаешь, они просто не готовы к этому турниру были. Просто не готовы. Абсолютно. Даже... точно так же, как и провально отыграли Короля Горы. Ну вот на Короле Горы, я тебе говорю, они играли вообще абсолютно так же. То есть вот ничего нового я от них не увидел на этом чемпионате. Ни стараний, ни желания какого-то особого мы не видим в исполнении команды НИП. Может, они что-то приберегли на тот самый крупный турнир на 250 тысяч долларов. Я уверен, там и датчане тоже что-то придумают, с учетом того, что он для них будет второй за месяц. Датчане просто, вот это отдельная тема, я не знаю, это вот...
Ну, это моя любимая команда, наверное, да сейчас. Да это сейчас у всех любимая команда, потому что видят их редко. Я за них болею уже давным-давно, и вот именно эти парни радуют как игрой, так и стрельбой. А, все продумано, все четко. Вот погрешности в игре команды Dignitas сведены на минимум. Ну что ж, Нипс заготовили засаду на Б-плент, но вы сами знаете, куда идет атака, и это явно не Б. Ну что ж, номер один, он же Гзист, будет развлекаться в гордом одиночестве. Повернулся попой к люльке, получил сразу леща и... Да, неудачный тайминг ловит Гзист и вынужден капитулировать, зажиматься в плунте. Но здесь уже просто со всех сторон будут давить Dignitas. Гзист забирает Дюпри. Понимают, что с пятнашки заходит, с двадцатки загоняют. Ну просто плент простреливается, да, с двух сторон и все. 4 в 4, но шведам... Ну, шведам здесь рекомендуется просто остаться в позициях и забрать АКМ. Это единственное, что может вообще как-то поправить им ситуацию. Во-первых, экономика все равно на дне океана. Так, один девайс забрали. Все, один должен уже бежать на Б. Да, так и происходит. Форест сохраняет. Вот, наконец-то, впервые мы видим умную игру от команды NIP. Когда надо было вот сделать это чуть раньше, парни почему-то лезли на рожон. Чувствовали в себе уверенность и были наказаны Дюпри. Что, вот еще статистика обновилась по победам на Нюке, и атака выигрывает в 78% на Нюке здесь. Но это благодаря, наверное, во многом матчам команды Dignitas. Вот посмотри, все взяли в пит, заперлись, и такой вышел Гидрайт. Я, говорит, пришел к вам, парни. Это жесть. Так, на Инферно, друзья, на этом чемпионате доминирует защита 62%. Ну, Мираж 50 на 50 практически, Кэш 50 на... Ну, 60 на 40 в пользу защиты. Но атака во многом благодаря Dignitas. Вот на Нюке стоит 78% против защиты. Это 21%. Ну, жесть. Ну и поляки плюс еще, наверное, занесли сегодня. Вот. Ну да, победа со счетом 13-2 в первой половине. И это вообще, походу, второй Нюк, который был за этот чемпионат. То есть их всего вообще было два. Тут масса wanted карта — это Инферно. Вот мейнстрим этого турнира, все матчи практически были на Инферно. Ну, как Инферно Ладдер у нас на Старладдере, вот то же самое. И самое интересное, что с Dignitas никто не будет играть Нюк, это, я уверен, до финала. Это даже... Нет, вот если мы еще раз увидим Нюк, это, знаете, это вот просто карточка, просто проездной для Dignitas финала, если с ними кто-то берет Нюк. Вот. Берете Нюк против Dignitas, и вас там просто разрывают. Ну, не вчера... то, что берете, а оставляете его для Dignitas. Его надо банить, и все будут его банить, потому что никто не хочет проблем. Так, ну что ж, фейк-ап лента, выход 3Б, и это очень убедительно будет, потому что девайс отстреливает Фларена, и Нип вроде бы практически верят в то, что эта атака на Гидрайт дает размен, и Форест готов принимать, оставляет после себя молотов, не запускает игроков атаки, но они находчивые дым под себя, и, в общем-то, должны сейчас будут выходить. Нет, просто подождали, когда закончится огонь, смотрим на Линдберга. Ну, будет ли здесь минус 3 или минус 4, я не знаю, но Форест явно должен попотеть. Ну... Нет. Одного забрал, на больше Фореста не хватило. Опять-таки же, проблемы по здоровью у датчан, но численное преимущество на их стороне. Ну и Ксипникс в живых, что самое главное, играет на грибе, на жердочке. Его прикрывает с дуги. Пошел поздний смог. Слушай, эти... Короче, Dignitas, походу, себе в команду взяли экономку. У них всегда есть один дым, который можно кинуть в хилпу в самый неподходящий момент. Ну что ж, попытка потушить, и Ксипникса не отпускает. Минус от Гидрайта, вот что-то начинает у них получаться, хотя... Поздновато, поздновато. Они берут только пятый раунд, когда у Дигов уже 9. Смотрим на деньги. И у них все еще не очень. Нет, ну, на последний раунд первой половины денег точно хватит. Так что экономика, в принципе, уже не важна. И главное взять шестой для NIP. Для того, чтобы в атаке хоть какие-то шансы оставались у шведов. Так, ну вот у Фрайберга еще 2-4 осталось. Взял себе диглик у всех по чешке, по 5-7. А вот у Фореста АВП. Да-да-да. Кстати, Форест отыгрывался в ВП очень-очень много раз в первом игровом дне. Такое ощущение, что он реально решил стать снайпером. Он играл нормально. Против Эйзи выходит сейчас на дугу и убивает. Фифларн делает минус на А. В этот момент закопирая главку. Но датчане не пали духом. Продолжают играть в сторону Апплента. 3 в 4. Будут искать сейчас размен на преимущество. Или хотя бы, не знаю, на численное равенство. Нип перетягиваются быстренько на плент, уже втроем готовы динамично принимать на позициях. Dignitas стоят на двадцатке, фетиш, ну, почти тимхилл. Все, пришел Форест, двадцатка запирается. Ну, Линдберг слышит то, что идут, понимает, что может быть еще десант с ковров. Но десант с ковров нет, Dignitas просто тянут резину. 50 секунд. Пытаются подловить на ошибках шведских игроков, но пока NIP играют
Безошибочно. Ну тут 9-6, выход в тупик, все, уже в спину должны были зайти к Сипниксу. Забирает его Фрайберг. Ну, я не знаю, вот ГХ пишет Гзист, ГХ пишет Эйзи, ГХ пишет Форест. И вот с капслоком Фетиш пишет ГХ. Это типа, come on, guys, мы сейчас будем за защиту. А теперь посмотрим. Но если шведы берут пистолетный, то это 9-9 и борьба. В противоположном случае это практически победа для команды Dignitas. В защите такой гандикап... Ой-ой-ой, ну вот... Надо брать пистолеточку и заканчивать мучение команды НИП. Так, ну вот Dust2 эта команда играла в 50% на этом чемпионате. 25% Inferno, 25% Nuke. Это вот про команду Dignitas статистика на этот турнир. Ну и давайте посмотрим, наверное, сейчас подробно Inferno. Ну вот Inferno пока, статистика на Inferno показывает матчи против Титан, который закончился со счетом 16-7, что атака... является их сильной стороной. 69%. Ну, просто большинство раундов было взято в первой половине, а за дефенс уже добили Титанов и не дали им показать ровным счетом ничего. Ну, это да. Но также здесь, если поверить этой статистике, то, например, НИП сейчас просто снесли у Dignitas большую часть ХП. Dignitas играли очень уверенный бай. У них там были чешки, 5-7. Шведская команда разбрелась 3-2. Так, ну вот примет Лейзи жердочки, это интересно, мне кажется. Дюпри на главке, подвою Фифуар на Дюпри, забирает еще и Фореста. Что творит Дюпри? Он сейчас еще может и ковры забрать, если Гидрайт вылезет. Там Эйзи на себя отвлекал внимание, но Гидрайт не вышел. 3 в 4, 3 в 5. Пытаются обойти Бэплэнд, Фрайберг, удается это сделать. Размен от Фетиша. Бомба на центре, Гидрайт ее забирает и бежит бегом на Б. Эйзи остается последний, Б выбито и, в общем-то, пакет ускользнул. Эйзи будет играть клатч. Все благодаря Гзисту. Опять же, вот ИГЛ все поправил для NIP. Кстати, Гзист на этом турнире тоже какой-то мертвый. Вот тут тоже нет. Да вообще видно, что шведы не на пике своей формы. И она им только еще предстоит. Надеюсь, мы увидим ее на... Точнее, не на, а в Кёльне. И там уже шведы должны раскрыться на максимум. Слушай, там у Эйзи, походу, этот стоит. Я не знаю. Центрифуга просто вместо мышки туда-сюда, туда-сюда прямо. И посмотри, попал плотно по Гзисту, по Гидрайту, несмотря на то, что они его пытались взять перекрестный огонь. 7-9. Велика вероятность того, что да-да-да, чешки. Все-таки борьба. Все-таки борьба будет в этом матче. Они так просто не сдаются. Ну, подожди, у Дачан пистики, и пистики это... У Дачан это вот те самые пистолеты, которые... Ну, это те же пистолеты, что и у французов, которые невероятно опасны с ТЗ-шками в руках. Те же пистолеты, что и у команды HellRaisers, которые тоже могут раздать. Так что... В принципе, это мейнстрим. ЦЗ невероятно опасный девайс, если вы умеете им распоряжаться. Так, ну и Dignitas на этом чемпионате, друзья. На Нюке взяли у ВП 16-7, на Dust2 16-11 у Маус. Обыграли ESG на Dust2 16-7 и 7 раундов отдали французам на карте The Inferno. Так, ну и теперь, наверное, можно посмотреть команду НИП, если она вообще попала в топ. В чем я очень сильно сомневаюсь. Так, ну, по турниру давайте смотреть, что у НИПов. У НИПов все тяжело. Ну, начнем с того, что London Conspiracy они обыграли. Но уступили iBuy Power, уступили... Нет, убили Infuse, 16-12, едва не проиграв. Уступили Фнатикам и уступили команде Epsilon. И карты были Dust2, Dust2, Кэш, одна Инферно, которая также они проиграли американской команде. Вот, блин, моя мечта была на этом турнире посмотреть какой-нибудь... БО3, Dignitas против iBuy Power, и чтобы iBuy Power были вот такие вот, прямо, знаешь, в форме, как на ESE, плотные. И там бы я посмотрел, у кого Inferno крутое, кто нюк какой покажет. Хотя американцы вообще, по-моему, нюк не катают. Но было бы... Вот, короче, кто обыграет Dignitas на нюке, тот будет новым чемпионом. Вот я уверен в этом. Топ-1. Ну да, потому что там такие нашифровки, что просто с ума сойти. Ну, вчера я раунда 3 точно увидел, прям жестко нашифрованных. А вот есть еще, там еще есть у них раунд с улицы очень жесткий, когда они раскидывают дым со скалы, когда там не видно, прям там практически с респы дают, дымят ангар, убивают этот ангар, проходят на пистолетке, это вообще уровень. Они проходят на пистолетке, знаешь, куда в КТ респаун, знаешь, что делают, сидят. Поляки их начинают чекать и не понимают, где они. В длинном нет, на, нет, на Б нет, в нуле нету, на, ну, улице нету. Просто заставляют ошибаться. Да, и получается просто полный трэш. Так они еще и на девайсных раундах разыгрывали вообще крутые пике по 9. Это, ну, польская команда была явно недовольна, что им досталось вот так. Ладно, первый девайсный для команды
Team Dignitas, у них был выход, у них был шанс выйти на хорошую экономику, но они все-таки закупались два раунда и... Ну, закупались только ТЗшками, в итоге потеряли по 600 долларов, наверное, каждый. Кто-то еще сделал минус, делал его девайс, точно. А вроде бы кого-то забирал Дюпри, так что где-то окупилось, где-то нет. Беда в перспективе здесь в том, что один дефьюз всего лишь у Эйзи, и вот если доведут ситуацию до кровавого момента... Ну, бомбы, да, то тогда могут быть проблемы. Но Непам надо добраться еще до одного из плентов и... постараться поставить эту бомбу. Ну, Dignitas сейчас дают команде не поиграть в свободный КС, то есть по факту не прессингуется дуга, все принимается на тимплея. Так, выход 15, и Дюпри, девайс в паре. Просто без шансов закрывается выход на главку от NIP. Два безответных минуса, и Гетрайт, по-моему, не понимает, как так быстро рассыпались его тиммейты. Он попробует раскопать, получает дэмэйдж, не уходя просто с этой позиции. Понимает то, что 20, скорее всего, отошла, с 15 прилетает флешка, и задумка команды НИП с ожиданием Б3 на Б не вышла. Ну да, вот они просто сидят сейчас на бревнах и ждут своей гибели. Ну вот вся надежда на Гетрайда. Гетрайд постарается подвалить кого-то на зелени, а тем временем два игрока команды NIP будут заходить на плант Б. Гетрайд, перестрелка с девайсом, проиграна без шансов. Девайс еще в ответку бросил флешку, ну и Фрайберг должен уже начинать заход. Ксипникс принимает скалпы, прострел. Падает. Фрайберг и, в общем-то, вообще... потерь забирает этот раунд команда Dignitas. Сопли, просто в сопли разорвали Непов сейчас на первом девайсном. Ну это жесть. Это жесть. При том, что Непов выходили в дым, в главку. Вот как, парни, что с вами? Всю так жизнь. Под четкую раскидочку, там и флешки залетали. Просто Dignitas очень грамотно... реагируют на все выпады команды NIP. Вот только начинается раскидка, сразу же флешки в ответ. Только выпад, сразу агрессия в ответ. Дюпри и девайс — это, конечно, два таких вот. Это как Форест и Гидрайт, не знаю, год-два назад. Вот такие вот игроки нарисовались у нас. Вот этот и этот. И играют на главочке. Я вам напомню, что там где-то полтора года назад, например, к НИПам также на главку никто не мог зайти на Инферно. Но время тогда идет. Тогда была тотальная доминация шведской команды, а вот сейчас... И то она была, скорее всего, из-за дистанции, из-за того, что они просто первые начали первые в нее катать. Первые начали играть. У них, у первых, были такие игроки, как Фифуарен и Фрайберг, которые уже были знакомы с движком игры и спокойно попадали в тот момент, когда кейсеры из 1.6 только перестраивались под CSGO. Так, ну что, по-моему, сейчас девайс будет принимать главку. Нет, не дали этого сделать. Растерялся в стрельбе. Экзист перестраивается под атаку Аплента. И они, по-моему, приняли окончательное решение заходить туда. Где играет Дюпри? К нему все внимание, наверное, будет приковано. Наше точно, он основной. Он мейн, но Форест. Солидно попадает Эйзи. Забирает экзиста. Форест дает минус в ответ. 30 секунд до конца. Фетиш спалил Фифуарена. 2-2. Красный Гетрайт. Ну посмотри, вот что делает Типникс. Он заходит с 20-ки. Шведы этого не ждут. Нет, ждут. Вся надежда на Фореста. Форест сделал уже 3 минуса в этом раунде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Форест, куда ж ты лезешь? Тебя разводят прострелом. И Типникс опять. Опять спасает раунд команде Dignitas. Ну это без шансов. Это без шансов. Фетиш просто ждет, дергает плен, чтобы до него не было фокуса с двух игроков. А Фореста Ксипник сначала простреливает, и тот сам вылезает с грейвьярда со ступенек. Как сладенький, не знаю. Вот круче не придумаешь. Вот знаешь, наверное, на кураже Форест почувствовал силу, сделав 3 минуса. Понял, что его красный тиммейт уже вряд ли что-то может изменить в этом раунде. И надо брать инициативу в свои руки. Ну и взял, но прогадал. А теперь по пистолеткам, друзья. В 75% пистолетных раундов Dignitas берут пистолетный раунд. Маус и Спортс на втором месте, тоже 75%, iBuyPower третий, 64%, 56% London Conspiracy и Virtus.pro Paltos. Ну и топ Pistol Players, друзья, угадайте, кто на первом месте? Дюпри, на втором Элу, третий Рейн из London Conspiracy. Он, кстати, жесткий, вот про него вчера мне рассказали, аж целую историю. Экзамен четвертый, пятый Легия. Непредсказуемо. Так, тем временем, что у нас происходит на карте? Размен 2 в 1. Потеряли Дюпри, забрали Гзиста и Фрайберга. И пока готовят выход на плент. Ну, вот непонятно, что делает Фифуарен. Ждет агрессии с бананом. Ну и... Непы пока стоят. Не хотят заходить, хотят подловить кого-то на ошибках. Но вот в этом и прелесть Dignitas, то, что они
Ну, если ошибаются, то делают это крайне редко. Ну, если ошибаются, то есть Дюпри. Просто вот. Ты ошибся, есть Дюпри. Но сейчас его нет в раунде, есть девайс, будет его заменять, скорее всего. Но играет на тоже пассивку, закрыто. Фетиш притягивается на бэк, Сипникс не уверенно там сыграл. Вот, кстати, то, что Дачане Дугуни занимают, дает им, дает непам преимущество, но они пока что еще его не поняли. Так, дерг апланта и пошла атака, Форест заходит в спину. По факту так, есть ну шанс. Большой расчет только на Фореста. Форест в тюрьме замечает игрока. Как не попадает Форест? Да тоже. Наконец-то, только сейчас забирает Эйзи, Форест, минус девайс, Апленд занимает команда NIP, успели поставить бомбу? Да, успевают. Ну это 2 в 3, это борьба, и посмотри, 3, ну 2 красных игрока, один с полтишком. Ну, NIP могут выиграть этот раунд только за счет четкой позиционки, Гидрайт пропускает первых, Сайпекс погибает. Ну и все, и Фетиш просто может смело бежать на сейф. Нет, пошел ловить Гидрайта. Опс. Ну вот Гидрайт теперь красненький. Не-не-не, Гидрайт не отпускает. Все-таки будет борьба. 10-11. Наступает на пятки. Наступает на пятки шведы датской команде. Разбивают датчанам денежку. Но там тоже спорный момент, хотя нет. Нет, у троих игроков нет девайса. И... Ага. Вот это поворот. Ого. Вот это. Ого-го. Сигнал ракеты вперед. Я не знаю, это Хьюстон, у нас проблема. Должны сейчас петь НИП, потому что... По-моему, парни решили просто сейчас прооркадить или ну, нет? Ну, вот сейчас что-то будет интересное в исполнении Dignitas. Я думаю, вряд ли с таким арсеналом девайсов будут играть дефолтно. Или все-таки без изменений. Да, без изменений. Никакой агрессии Фетиш подловил. Прайберг-то думал, там пистолеты стоят, дыма нету, все хорошо. И пошел на Б гулять, но вот тебе и сюрприз. Теперь не понимают то, что там девайсный раунд. Это усложняет ему задачу. НИП сейчас просто не знает, откуда там деньги. Вот первое, что они будут думать, это откуда там? Как? Откуда? Почему? Где они нас собирали на бай? Ну, у одного... Кто спонсирует эту команду? Реально, у одного было 5, у второго было 7. И в итоге 4 девайса, 1 5-7. Ну, Фетиш только. Вот. И посмотри, Фетиш вообще был без армора. Как его, как он Фрайберга убил, я даже не знаю. Так, ну... Пока ничего интересного на карте не происходит. NIP заняли хорошие позиции и стараются... Подловить на ошибках команду Dignitas. Но диги не ошибаются. Гитрайт. Против Эйзи. Ну вот момент истины для Гитрайта. Чекает аккуратненько. И отличный выстрел. Головашот. Падает Эйзи. Тем не менее, сам остался красный. И его можно будет закрыть гранатой. Дюпри на Фомасе. Флешка 20-ка, чтобы притормозить. Гитрайт должен играть на опен. Белый. Ну, Гитрайт погибает. Как-никак красный хп. Выход ковров. Дюпри забирает Гзиста. И Фифлар не знает, что делать, плент убивать или в плент заходить. Пытается пройти в плент, и в перекрестном огне его просто разорвали. А там уже красный Форест, выход из дыма, 12-10. И теперь смотрим за экономикой команды НИП. Ну там... Вот всё... в принципе почти такая же картина, как ну, была у Dignitas в предыдущем раунде. Ну как бы НИП в атаке рисковать не будут. Или будут, ну... Посмотрим. Сейчас очень важное решение. Понимаешь, что у датчан также очень шаткая экономика. Не, просто если они здесь не сливают и закупаются, то есть они отдают 13-й, 14-й, они по-любому сливают, если проигрывают. Это бесплатные 15 раундов для датчан. Тут нельзя. Ну да, все-таки не рискуют. Нужна дисциплина. Нужна дисциплина. Нужно просто... Вот сейчас НИПам не хватает одного. То есть они могут взять эту карту. Реально могут перевернуть. Просто нужно сейчас выдохнуть, не бежать. Вот просто отдохнуть в этом раунде. А потом уже с девайсного пытаться. Если не получается, то значит все, нужно смириться просто будет с поражением, потому что действительно датчане хороши. 2 дня подряд. Просто мясорубку устраивают всем. Так, а что это происходит? Фетиш забегает на кафель, забирает Форест и Гитрайт. Кого-то вроде бы пропустил. Да, пропустили Фифуарена. Фифуарен есть первый, есть второй минус, но этот минус делает Гзист. А дадут ли поставить бомбу? Здесь попробует потащить 30 хп, но понятное дело, что ему здесь не дают этого сделать. Дуги Дюпри запирает, аркады 13-10, и вот теперь от шведов роковой бай, который может... Ну, который может стать последним баем. Да, да, потому что на 15-й денег уже не будет, если Dignitas заберут себе 14 очков. Но шведам надо просто давать 3 подряд, чтобы что-то... Хотя нет, будет одного достаточно, чтобы сбить экономику Dignitas и сравнять счет. Вот в этом весь прикол. Посмотри, там денег-то осталось 3-8. То есть, ну смотри, даст в случае проигрыша по 1500 долларов, у троих будет бай, а вот 2 будут точно сливать. Но с учетом того, что мы видели, Dignitas закупились, когда вообще у 2 человек только были деньги. Тут так может что... быть все что угодно, да. Тут эти парни непростые. У них свои сюрпризы, свои заготовки. Но эта команда жестко, конечно, шифрует, реально. Это радует.
13-10, и шведы сидят, рассредоточились по карте. 2Б, 3 под Аплантом. Пытаются где-то словить на ошибки дигов, но эти парни не бегут никуда. Просто тоже сели. Кстати, двадцатка уже линейно смотрится. Ого, вот это поворот. Вот просто выйди в дом. Вот попробуй выйди в дом вот в это. Это вышел с дома насмерть. Так, ну вот Эйзи на жердочке долго не сидел, и как раз-таки по таймингу вышел Гитрайт. Ну, терпения не хватило игроку команды Дигнитас. Гитрайт подловил Эйзи. Тем временем потеряли шведы Фореста. Ну и бомба у Дюпри! Это такое! Фифларен в одиночку с бомбой заходит на главку, погибает за считанные секунды. Что ну и делаешь? Теперь полный карт-бланш у команды Дигнитас. Я не знаю. Посмотри, Дюпри перестраивается по таймингу очень жестко, чтобы принять ковры, забирает на коврах. Все-таки Нипы мучаются. Все. Они играют в этом матче. Знаешь, вот лишь бы попытки не превратились в пытки, и для них пытки продолжаются второй день. Такое ощущение, что их, знаешь, что их специально заставили играть плей-офф. Еще пыток, еще мучений. Давайте, давайте. Кровожад, короче, для них этот турнир — это просто кровожадный аттракцион. Вот на их на этом турнире не выиграли только... Ну, знаешь, мне кажется, это даже проверка на прочность. Что только не было в матчах против NIP. Гитрайта садили на нож, их разрывали псилоны со счетом 16-14 в дебютном матче на при этом том, турнире. При том, что, кстати, этот матч никто не видел, это матч фанта... при том, что демки нет. Да, чего, матч что? Фантом. Матч фантом, это фантастика, то есть этого матча не было, вполне возможно, что это 3-2-2-шечка. И там где-то Гетра залепил, но нет, друзья. Просто были тех проблемы, команды должны были играть. Ну что ж, смотрим за... матче мы видим то, что Нип все-таки играют на два девайса, понимая, что... Ну, если сейчас ничего не происходит, если сейчас не получается сделать минусы, поставить бомбу, зайти на точку. Если не доходит опять до плента, то все, ГГ, они смирятся с этим, это будет жесткий 2-0. Но на Дасте втором, я думаю, в любом случае шансов у дигов было больше, потому что они на нем вчера ESG... Ну, устроили тоже им там мясорубку. Так, все, Форест пошел поливать. Зелень, минус девайс. Хорошее начало для NIP в этом раунде, но по-прежнему проблемы большие в атаке. Зист. Хороший стрельба. Эйзи давал флешку тиммейту. Ну, разворот на аплент. Попытка атаки на Эйзи. Эйзи. Один против всей команды НИП. Ну, не дали проявить себя Эйзи. И Xypex с фетишем уходит на сейф девайс. Вот так. NIP также показывают волю к победе, характер, бойцовские качества, все что угодно. С двумя девайсами и тремя пистолетами отжимают очередной раунд у команды Dignitas. Ну, это тоже вот датчане, кстати, несмотря на то, что вот не смогли принять, но разыгрывали очень жестко. Там могла упасть главка, ее мог просто не запустить девайс, и сдавал моменталку очень жесткую. Но, к счастью, в этот момент чувак на центре делал стрейф, и эта моменталка не задела ни своего, ни чужого, и все закончилось просто опеном, который превратился в ситуацию 5-2 в конечном итоге. 14-11, и Нип попробует все-таки догнать сейчас дигов. Ну, это датский КС. Слушай, такая команда, конечно, в Дании. Вот. Так, ну и посмотри, в самый ответственный момент у Дигнитас появляется снайперская винтовка. По-моему, впервые в этом матче. А, нет, Форест брал за защиту. Да, Форест брал ВП за защиту. Ну, в этой половине точно впервые вообще никто не брал ни фетиш. Вот, и только-только сейчас девайс зацепился. Ну, вот... это то, что надо. Dignitas, если девайс реализует АВП в этом раунде, то у NIP денег просто не будет. Так, ну что ж, на пальме никого. В дом играют NIP. Девайс понимает то, что, скорее всего, это либо выпад с полтора на центр, либо просто пацаны сидят в доме. Ну и должен он на самом-то деле главку был уже отдать. Ждет тиммейта просто, чтобы была замена. Нет, тиммейт пошел заменять плент. Девайс остается играть до контакта, и NIP также сидят. Ничего не происходит. Занимается главка, флешки. Выхода, правда, только пока не последовало быстрого от NIP. Ждут ошибок, ждут ошибок. Надеются то, что... они, наверное, просто надеются на то, что Dignitas сейчас попробует сделать ретейк центра. И тут-то их не подловят. Но Dignitas еще в том раунде выхватили, по-моему, что не стоит так делать с NIP. Так, ну времени все меньше и меньше. 45 секунд до конца. Форест выпрыгивает на главку, погибает от фетиша. Фифларен разменял. Ну и это перетяжка на Б. Это атака Б-плента. И только Xypex сможет ее остановить. При том, что он уже знает, что, скорее всего, там идет целая банда. Одного он точно слышал. Вот это стрейф. Стрейф и одна пуля в голову. И посмотри, уже пришла хелпа. Прострел из дыма. И Xypex принимает
Забирает бомб керри, зажимает очень жестко. И только Get Right. Один против троих. 15 секунд до конца, и Get Right также погибает. Я не узнаю шведов. 15-11. 4 раунда разницы. Можно вывести на овертайма, но нет. Хотя нет, есть деньги благодаря раунду, которые взяли на 26-м. Да, только Get Right остается без девайса на, возможно, последний раунд. Хотя нет, Getrich покупает Галию, легкий армор, и остается просто без гранат. Так, ну что же. Смогут ли Dignitas реализовать один из четырех данных им матч-поинтов и одержать победу в столь важном и принципиальном для себя матче? По-моему, Dignitas не то, что смогут, они это сделают. Просто сделают. Просто потом они идут отдыхать примерно на целый час, будут смотреть полуфинал, наслаждаться тоже КСом. То я думаю, даже не час, а заруба не шуточная, назревает. Ну, Диги вообще на этом турнире, то есть они помимо того, что отыгрывают свой матч, да, ходят обедать, все остальное время, да, я видел то, что Фрайбергу... Две гранатки Фрайбергу залетели. Диги все остальное время сидят на своих местах и катают дем. И все, это все, что делают Диги на чемпионате. Девайс, дыму находит Фифуар на наглавке, это open фраг в этом раунде, есть еще красный Фрайберг, и, по-моему, НИП не смогут отыграться в этом матче. Ну да. Если только не Гидрайт. Но сегодня не их день. Вообще, мне кажется, что НИП уже были готовы к тому, что поедут домой. Вот, но настояли, наверное, они также на переигровке матча. Все-таки попытались задержаться в турнире. Но на моей памяти это первый раз, когда NIP вылетают со стадии квартерфайналов. Обычно все происходило либо в полуфиналах, либо в финале. Так, ну что, давай смотреть за Фетишем. У него самая яркая и, казалось бы, самая предсказуемая позиция для защиты. Девайс тем временем находит Форста на главке. Три против пятерых. Ну и это братская могила. Нет, посмотри, Xyz борется до последнего, забирает Ксайпикса и Фетиша. Понимает, что попал в пустой плент. 8 секунд до конца раунда. Бомбу ставит специально на хелпу. По-моему, он решил нырнуть в дым. Нет, он прячется за Б3. Его пытаются простреливать. Церковь видела. Ну что, Xyz, надежда только на тебя. Xyz, перестрелка с девайсом. 16-11, друзья. 2-0 по картам. Дигнита содерживают победу и отправляют команду НИП домой. Это, ну, не знаю. Это рок судьбы, и они получают себе, не знаю, в заядлые оппоненты сейчас вот тех самых чуваков, о которых мало кто говорил, мало кто видел, но все знали, что они опасны. Ну и получается так, что Dignitas будут играть свой полуфинал с Virtus.pro. Уже вот через несколько минут будет старт. Только я не знаю, что там будет первое. Скорее всего, два полуфинала будут идти по очереди. Да, ну и вот где-то в 16:30 по сету, то есть где-то через 28 минут мы с вами будем смотреть матч Fnatic Titan. Но если полуфиналы будут идти параллельно, то мы, наверное, пойдем смотреть все-таки Virtus.pro Dignitas. Да, скорее всего, так и будет. Но я буду надеяться, что полуфиналы не будут параллельными, потому что вчера вообще обещали и организаторы чемпионата, обещали, что турнир максимально для зрителя будет удобно составлен. Так, сейчас еще раз мы обновим вам сетку, чтобы вы понимали, кто на кого же вышел. И вот они, полуфиналисты, Fnatic Titan, Virtus.pro Dignitas. Мы вернемся к вам через несколько минут, оставайтесь с нами, и вот буквально на трансляции вы увидите, что мы смотрим следующее.